Надо машину менять. Чё, ты тачки слил, нет? Да. Чё, на большую сумму? Ну, там, 100 плюс. Ну, там дешевые машины, я же говорю. Я их в аренду печенькам сдавал. Блять, я вообще не пойму, что за дорога такая. Остальные тачки, что остались, те нужны. А сейчас что делаешь? На маркетплейс за мясом еду. Дюк, я хуй знает, когда мы едем, слышь? Я вообще нихуя не пойму. Мне страшно, нахуй. Такая же хуйня, слышь. Ты меня изнасиловать едешь, нахуй? Конечно, блядь. Перед свадьбой, блядь, гульнутку последнюю. Сука. Куда-то в лес меня завезла, нахуй. И я при исполнении, нахуй. По полям хуярим по каким-то. А езжай вниз и все. Порубай. Вот, тут если только на крышу нахуй. Не очкуй, я ж проф водитель. Что? Я же говорю, проф водитель, не бойся. Я еще больше боюсь нахуй. Видишь, как чётенько? Да, конечно. Он не пал вместе стоит. То есть это не ты там едешь, да? Не-не-не, нормально все четко. Это он не в том месте. Это так запланировано, понимаешь, все по плану. Все по маршруту. Ебать, ты что-то лазануло. Стой! Ты чё творишь? Какой стой? Я зависла. А ты вылетела. Заебись, там 100 метров до барбершопа добежишь, я зайду и заберу тебя. Да не 100 метров, я уже здесь. Нормально. Всё, я тоже здесь рядышком стою, я отошла. Давай. Уважаемые, а что происходит, собственно? Что происходит? Где что происходит? А это разрешено вот так вот, да, наручники получается одевать? Да как бы это вообще-то какой-то произвол, да? Как бы вы должны подойти, попросить.